Короче, все видно, да? Ой, в Костроме. Обалдеть. Я лишь только об этом слышал, ё-моё. Ой, время местное. 6 что-то утра, по-моему. Начало 7-го. Последняя длинная остановка. На час. И все. Сегодня в 11 в Москве. Через 4 часа, через 5. О, обалдеть, даже не верится. Станция Кострома новая. Блин, знаешь, где-то есть Кострома старая. Все уже вообще такие просто никакие. На время-то 4 утра. Ну да. Не-не, молодец, нормально. Молодец, что разбудила. Ну что? По Приморью. По Приморью у нас 10 минут 12-го, да, 11-10. Ну что, готовы? В труду и обороне. К Москве. Готов. А твой девиз какой? Как? Готов? Улыбайся, ставь лайк. Подписывайся на канал. Надо этого будить. Кого? Бека будить, пусть делает свое дело. Вот. Короче, такие дела. Я хрен знает, что сказать. Костроме, ну блин. С одной стороны круто, а с другой вообще ни черта ж не видно. Через вокзал вон выйти. Вокзал, кстати, не такой уж и большой. Видели и больше. Новосибирский он классный был, здоровенный. О, маршруточка. Наша стрела. Сверхзвуковая. Аллея такая. А? Да, прикольно. Лавочка за сколько слишком больше. Градусов ниже нуля, да? Не ниже. Прохладно, кстати. Здесь что-то опять прохладно. Тут вчера была какая-то полоса, прям где тепло. Даже жарко где-то было. Сегодня, я думаю, что опять холодно. Ой. Ладно, все. До Московии. Последний день путевых заметок, 6-й. Не, уже 7-й пошел. 6 дней прошло, 7-й.